Хей, йога, с вами Шумики, мы продолжаем проводить игру под названием Ори. А, стоп, тут у меня есть умение? Возобновить. Подожди, подожди. Мировые события. У меня еще нету. Статистика. Показывает, сколько раз Ори возрождался у источника духовной связи. Показывает, насколько Ори исследовал Нибеля. Показывает время провождения в игре для этой сохранения ячейки. Ячейки жизни, позволяющие Ори сохранить стойкость, находя ячейки жизни, чтобы сделать Ори выносливым. Ячейки энергии это типа всего. Ячейки умений. Духовное пламя. Ну, правильно, у меня оно есть. Да, здесь есть, походу, недоступно, недоступно. Ладно, с этим мы потом, да, изучим. Если бы те, кто питали надежду. Когда она терзала и убивала. Свет древа духа живет во всех нас. Он дарует нам жизнь. Он питает наш рост. Когда он вызвал тебя много лет спустя, враг проследовал, связал и убивал нас. Теперь остались только эти древа предков. Подойди и почувствуй свет духа Фила внутри него. Так, вы освоили прыжок на стену. Чтобы использовать это умение, используйте этот атак в напряжении в стену и теперь перерывы в режиме так, чтобы прыгать вверх. Ага. Теперь я могу вернуться в самое начало и забрать. Ой, не заметил. Значит, в какой-то степени я зря прокачал, да, то. Но оно типа и притягивает, и как бы и нет. Да. Попробуй еще попади. Так, ну давайте пока что сюда. Блин, я вот не понимаю, куда мне на самом деле идти. Вот, видите, я уже сюда типа не могу запрыгнуть. А, камень, точно. Блин, а куда я хотя бы иду? Я начинаю путаться немного в местности. А, у нас тут радиус показывается как раз. На какой он достает. Окей. Shift и двигаться. Опа, я как раз кусок карты нашел. Ауч.
Так, найден фрагмент каменной карты. Принесите его к каменной карте, чтобы открыть карту новой области. Да, когда мы далеко отходим, типа, и враги восстанавливаются тоже. Так, это мы здесь были. Мне нужно сюда, да? Ну, я соберу, типа, пускай будет. А, они пропадают. Вот это плохо. Вот оно что. Буду знать. Но я все равно не понял, почему я не смог прокачать способность к плаванию. Хотя она по факту должна была быть доступна. Сюда мне нужна одна ячейка, и туда можно залезть, походу, вот как раз сюда. И здесь тоже есть проход куда-то. Ну, наверх я сейчас не пойду, на верхнюю часть трясины. А, стой, а у меня аж есть, ладно. Я думал, у меня аж, типа, часть ключей нет, а потом вспоминаю, что у меня есть все это. Ауч. Надо собирать все равно все, что выпадает с врагов. Вот это значит дальше, да, было? И здесь вот как раз находится то, что мне нужно. Сосуд умений. Вы получили еще одно очко умений. Чтобы потратить очко умений, откройте врата. Стоп, а там есть проход? Ну ладно. Необходимо. Усиленное пламя. У меня есть. И восстановление. У меня есть. Не шарим. Не шарим. Это типа они специально, чтобы... Ой, чтобы он тройной прыжок не получил. По факту я уже мог начать это собирать. Ладно. Позволяет видеть на карте не так большинство собираемых предметов. Да уж. Быстрое пламя. У меня есть быстрое пламя. Почему я не могу прокачаться? Почему? Ладно, буду урон прокачивать. Ну, я почти отъехал. Мне показалось, что... А, это наверху, вот здесь, где вода, ё-моё. Так, и тут есть что-то. Я, по идее, сдыхаю, да?
Я дышать же под водой, да, не могу. Ну ладно. Да, урон я поднял значительно. Враги у меня будут просто отлетать. Так, а там у нас же шипы, поэтому я туда не смог подняться. Хотя, подожди. У нас же... Я сейчас быстренько проверю. Все, проверил. Мне нужно хотя бы... Значит, скорее всего, будет двойну... А, только 10 минут прошло. Думаю, что за херня. Я опять забыл запись начать. Смотрю, не пойму, что за херня. Так, ладно, одну сейву мы потратили. Одна пускай будет. Да, и враг, главное, что атаковать больше не успевает. Понимаете, тут тоже как бы спорно, потому что я могу и сюда пойти, и сюда. Я, наверное, сейчас сюда зайду, потом сюда, если смогу, сюда. Но нам нужно либо так сейчас подняться, я как понимаю, либо вот так. Ну, ключи у меня есть, значит, я могу и туда подняться. А, это, подожди, это пещера духов. Это трясина. Все равно не понимаю. Да, разрушаем стены, которые не разрушают со мною. Вы нашли ящик уже, теперь вы можете накопить больше, если... Я понял. Теперь у меня хп больше. А, подожди, это как кусочек, да, нашел? Давайте, ладно, сюда, у нас все равно ключ с вами есть. Ну это чисто я сейчас спускаюсь, чтобы пособирать опыт. Я боссов что-то еще не видел. Хотя может здесь будет что-то новенькое. А, подожди. А вода у нас где отравленная была? Здесь. Ладно. Окей. Это врата энергии, запечатаны духами прошлого. Они откроют путь, если собрать достаточный чек энергии. Ага, я тебя понял, приятель. А чеки энергии у нас собираются... Вот здесь. Добро. И я про как раз еще один путь себе открываю. А, мне всего нужно сразу, чтобы было 4. Здесь, походу, как-то внизу открывается, либо...
Не, это нужно с той стороны открывать. Где-то здесь. Так мне туда не попасть. Что является вообще разрушаемым? Давай быстрее, цветок. Я много платформеров играл, поэтому... Примерно я знаю, что да как. Ау. Да ладно. Тихо. Оу, чёрт! Ушет. Серьезно? Прямо отсюда? Это плохо. Сейчас я просто понял, что лучше... Не обманывать себя и собирать все, что дает. Потому что я только что сейчас просрал этот. Очень много времени. Просто очень много времени я просрал. Ладно. Окей. Ну слушайте, ну я вижу, у меня зато эти собираемые предметы не пропадали. Потому что все как было, так и все осталось. Блин, вот это на самом деле хардкорность. Я, блин, не подумал о том, что нужно было сохраниться. И на самом деле я об этом пожалел. А я такой, да, игра не хардкорная. Ау. Тайминг довольно нелегко ловить. Да-да-да, это врата. Ой. Да, видите, типа у меня эти все равно типа даются. Элементики. Да, ёлки-палки. Ау. Почти одновременно. А, видите, а мне по-любому нужно все ключи собирать. Истоков.
Они нашли меня мрачным, спящим, неподвижным. Думаю, надо сохраниться. Ага, значит, я туда попасть пока что не могу. Ладно, мы рассказали Оре историю о его ошибочном стремлении. Херня в том, что это святилище, где можно сохраниться. Оре, древо духов, должно быть, из последних сил тебя спасло. Подойди и выслушай нашу историю. Ты был очень церемонией света. Наш свет был ей ненавистен. Я воззвал к Оре, но мое дитя не явилось. Кура похитила Сейн, и нам пришел конец. Свет Древа Духов коснулся тебя, он доверил тебе нашу судьбу. Теперь слушай внимательно, ты должен понять. Древо Духов питало три элемента света, а они в свою очередь поддерживали гармонию и хранили небель от бед. Элемент вот на вершине древа Гинз. Элемент ветра в глубине руин Форлорна. Элемент теплоты под магмой горы Хору. Чтобы восстановить небель в его прежнем величии, нужно вновь разжечь их свет, пока не поздно. Первый из них мы найдем за паучьей бухты, на дереве, где раньше текли воды. Окей. Новое задание. Найти древо гнездо. Но не вы, я понимаю, что мне только сюда пока что идти. Туда я пойду, когда уж... Ну, типа, это центр. Долина ветров, я не могу там, закрыто. А верхние трясины, это куда я сейчас могу пойти. Посмотри на землю, она неустойчивая. А, вы сейчас мне... За счет этих... Ну так нечестно. А, блядь. Мне только заряд использовать заставляют. Но я не хочу. Я не хочу заряд использовать. Ну ладно, допустим. Могу?
Ну, она изучена. А, я понял. Короче, я не могу, потому что мне нужен определенный уровень. То есть это еще рано все изучать. Ладно. Это ничего не разрушается. Так, вы нашли большой сосуд с духовным светом. Духовный свет добывается в ваш... Кто-то найдет другой сосуд с духом. Ой. Не так уж и много восстановило. Ладно, я и сам смог сюда добраться. А теперь мне нужно в другой стороне. Там тоже было что-то. Может, мне нужно чисто все эти изучить? Ну, как она называется? Линию? Блин, мышка прикольная. А-а-а. Дух Ана, погибший здесь, был силен и смел. Прислушайся к его голосу, он смог сосредоточить наш свет. Вы освоили умение усиленное пламя. Удержите для задержки, а затем отпустите, чтобы спровоцировать взрыв. Возрожденный все ближе усти. Сейчас посмотрим. А, просто типа... Я вас понял. У меня тратится на это вот эта ячейка. Ага. Добро. Сюда мне не попасть, мне нужен двойной прыжок. Сюда я не могу попасть. Почему? Почему я сюда не мог попасть? Ладно, давайте дождемся прыжка. Так, там у нас что было? Там у нас закрытая местность была. А я могу как раз на ветре еще пойти. Ну, мы пока что идем сюда, да, поэтому давайте уже лан сюда. Я понял вас. А, неплохо за нее дают. Неплохое количество этих мне дают. Так, ну там паучки у нас идут. Вас понял. Вот, видите, мне нужно их 4, чтобы открыть. Там не пойми что. Так, это все здесь могу найти, так?
А, это гриб, ебнутая башка какая-то. Давай пока что сюда. Ну, заметьте, это дополнительный ящик, то есть если умираю, они пропадают. То есть они не навсегда. Ауч. Дуб место. Хорошо. Мне еще нужен один. Хорошо. Ну да, радиус довольно такой крупненький. Блин, научиться мне бы плавать под водой. Ну, типа дышать. И все будет нормуль. Я понял, открывается с другой стороны. Чего? Да, можно перелететь, но... Ай, там шипы. Хотел сказать одну вещь, но такой думаю, ладно. Там кусочек карты. Гора Хору. Иглистое болото нам как раз нужно. Либо на гору. На гору мы не пойдем сейчас. Я сюда тоже пока что не мог залезть. Но за это хотя бы много дают очков. И не жалко их потратить. Блин, а можно вот это каждый раз не писать? Это будет надоедать. Увы. Уи. Вау-вау-вау-вау, куда я положу самый низ, да? Заметьте, они стали сильнее. Хотя у меня урон прокачан. Ага. Ого! Ага, тело, он еще ж размножается.
Черт. То есть так я не могу сломать? Ну туда мне рано просто идти, там довольно сильные враги. Стоп, а где мы нахо... Здесь, да, кажется? Или нет? Я не помню, где мы с вами находили херню, связанную мне с этим. С картой. Ладно, не суть, давайте, ладно. Я дойду до сохранения, либо сами сейчас сохранимся здесь. Да и закончим. Все вспомнил, у нас здесь нужно идти. Карта местности. Угу. Хорошо. Пока у меня двойного прыжка такого ничего нету. Ничего там я не изучу. Мне бы желательно побольше. Да, хорошо, что я прокачал урон на тройку хотя бы. Ладно, давайте, я думаю, я здесь сохранюсь. Здесь мы с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.